Директорам колледжей Дагестана пригрозили увольнениями. Глава Министерства образования Республики Умумпазиль Омарова сообщила о жалобах, поступающих в адрес ведомства на их непрозрачную и непонятную работу во время приемной кампании. Кроме того, она подвергла критике критерии, по которым отбирают и зачисляют абитуриентов. По словам Омаровой, будущих студентов надо зачислять обоснованно. Родители должны знать, как оцениваются работы их детей. При этом министр предупредила, что директора колледжей, которые не могут работать прозрачно, могут лишиться своих должностей. На совещании было отмечено, что к контролю будет привлечена республиканская прокуратура.